Перечень работы уже включен. Да. То есть, помните, коллеги, в прошлый раз были поломанные углы, их восстановили, сейчас ломают снова. Не очень понятно, зачем это делают, кто это делает, да? Но факт остается фактом. Вот такие не очень приятные картины мы видим. Вот поставили новую остановку, и буквально через неделю появилась надпись. Ну, мы один раз стерли, вот она опять. Не знаю, чем рисую, стирается плохо надпись. Тем более по вот стеклу не очень хорошо. Ацетон, white spirit, обычный состав. Как ни прискорбно осознавать, да, но остановочный павильон приходится еженедельно субподрядчику приводить в порядок. И это, ну, это неправильно, так не должно быть. С точки зрения тех, тех фактов, которые в рамках рейдов, либо в рамках там ежедневной какой-то работы были выявлены, да, те замечания, которые уже выявлялись, они устранены. К сожалению, те территории, на которые мы до этого не обращали внимания, причем территории общего пользования, остановки, скверы и так далее, они оставляют желать лучшего.